Мур, приветствую, друзья! С вами Зверько и обзор навыков нового персонажа. Это маг воздуха по имени Вейл, которого многие читают как Вали или Вали, хотя И не читается по правилам английского языка. Но мое дело это механика и тактика, а не транскрипция имен. По скриптум я бы назвал просто Вейл. Итак, чем интересен этот новый маг? Благодаря пассивке у Вейла есть выбор, как усиливать свои способности. Появляется возможность комбинировать направления в урон и контроль. Навыки. Пассивка. Каждый раз, поднимая уровень ульты, появляются значки рядом с навыками. Нажав на нее, появляется выбор усиления этого навыка. Итого, наш полный скилл билд будет готов к 12 уровню, поскольку на 12 левеле мы последний раз апаем ульту. Первый навык. Вейл выбирает линию атаки, подобно Гроку, и через секунду линию пересекают две разрезающие волны ветра. Усиление тут довольно простое. Одно увеличивает площадь поражения, а второе – урон за попадание. Не очень удобный навык, но привыкнуть можно. Дальше интереснее. Второй навык. Вейл вызывает порыв ветра, который пронизывает всех противников на пути, нанося урон. Усиление в контроль. Порыв ветра будет подкидывать на секунду противника, прерывая большинство навыков и само перемещение врага. Но само подбрасывание урона не добавляет. Усиление в урон. Порыв оставляет на месте попадания в противника дубликаты, которые продолжают накидывать урон. Весьма мощный навык, особенно в совокупности к пылающему жезлу. Ульта. Вейл на весьма серьезной площади призывает торнадо, которое через секунду наносит урон всем врагам в зоне поражения. Усиление в контроле. Торнадо стягивает противников в одну точку наподобие ульты тигрила и после наносит урон. Усиление в урон. Торнадо начинает наносить нарастающий урон на время всего действия, суммарно превышающий стандартный урон. Итак, вы можете по своему желанию, отталкиваясь от сетапа противника и союзников, комбинировать эти навыки. Много контроля в вашей команде, возьмем все на урон и будем вливать им боль по венам. Много дамагеров в вашей команде или хотя бы Виксана с хорошей реакцией, два мага с массовым контролем плюс омут Виксаны сделают эту парочку очень опасной. Можете сами попридумывать разные комбинации. Лично мне нравятся гибкие к тактике персонажи, и Вейл один из них на данный момент. Посмотрим, что будет на выходе. Скоро будут обзоры на изменения Минотавра и Хаябусы. Пишите в комментариях, на кого хотите увидеть обзор раньше. Подписывайтесь на канал, ставьте лапки и всем пока!